предновогодние дни многие нижегородцы уже по традиции стараются максимально закупить продукты к празднику. Наплыв клиентов происходит во всех магазинах, особенно в крупных торговых сетях. И здесь главное не забывать о правилах безопасности. Праздник праздником, но коронавирусная угроза никуда не ушла. В такие дни риск заразиться заметно возрастает. Сейчас, по-моему, всех приучили уже носить маски. Поэтому все в порядке. Вы постоянно маску берете с собой в магазин? Всегда, всегда. Мы законопослушные. Сейчас такое время, что надо соблюдать дистанции. Мы же не хотим болеть. Поэтому мы меры предосторожности соблюдаем. Соблюдение масочного режима и социальной дистанции в продуктовых точках проверяют уполномоченные. За соблюдением строгих правил старается следить и персонал магазинов. За выявленные нарушения может грозить солидный штраф. Соблюдаем все по максимуму. У нас размещены и бесплатные маски для покупателей, и не обслуживаем без масок. Всегда просим вежливо их надеть. Еще правильно за прилавками, при обслуживании рыбы, кулинарии. Не обслуживаем, если покупатели без масок. Конечно, есть и негативная реакция, но в основном люди уже привыкли и спокойно к этому относятся. На кассах клиенты обслуживаются только в защитных масках, но в зале находятся и такие клиенты, которым просто все равно на себя и других. Подобных личностей немного, но и таких людей стараются вразумить. Правда, что называется, доходит не до всех. Буквально один вопрос. Почему без масочек в магазине? Рейды по соблюдению антикоронавирусных мер в регионе продолжаются. Уполномоченные будут посещать продуктовые точки и в новогодние каникулы. Сергей Щеплягин, Максим Веселов. Время новостей.